Об этой зеленой сране. Мне почему-то казалось, что это не то чтобы бонус, но шатган — охренительное оружие, пожалуйста. ХП, ХП, пожалуйста. Опять засосало в дыру. Очень нужно ХП выбить. КП 40 пуль. Хеппи, хеппи. Главное, чтобы биг бандит не пришел нежданно, негаданно. СМГ. Но придется брать. Дробовик-то кончился почти. Так, тихо, не трогаем эту срань теперь. Как-то эта игра была проще, когда я просто бегал. Как ретард. Когда я начал трайхардить, получаться стало хуже. Пипец, они забились в этот угол. Вот как мне туда залезть? Так, вот еще один вопрос у меня появился. Помимо этого, это... Есть ли у меня какая-то ульта? Нет. Ни хрена у меня нет. А, нет, есть, правой кнопкой. Я могу активировать. А, это просто мой скилл на прыжок вперед. Я и забыл про него совсем, да, да. Блять, зря я вспомнил про эту кнопку. А, можно ретрейд прям с этого уровня, лол. Ну так это ж вообще изи тогда. Ща пройдем. Ща пройдем, чуваки. Я думал, так как в Исааке отсосал и все, а тут, господи. Да изи игра тогда. Фи. Пфи. 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 Даже как-то не солидно. Тогда буду проходить до конца, блин, это из принципа. Я на нее деньги потратил. Ну, мне корону дали. Я король. Ну где? Где выход с уровня или этот? Биг бандит. Погнали. Так, что тут у нас? Some kills регенерирует ама. С одной стороны, я хочу замедлить противников, но, блин, некоторые киллы оружие восполняют. Это ж вообще бомба. А, нет, нифига, это с самого начала опять я тупанул. С самого начала, блин. Я неправильно понял, тут реально как в Айзеке. Отстой. Полный кал. Я уже опять насосал, тем более. Где аптечки? Где аптечки в этой игре? Почему, блядь, здесь нет аптечек? Тогда бы вообще просто ваншотило меня, я не знаю, то было бы логичнее. Вот, наконец. Не, это не аптечки, это какая-то энергия. Нахер она нужна, чё за говно? Дайте мне аптечек. Спасибо. 2 хп, охуенно. Так, чё тут?
Да я понял, что заново начинаю. Я уж понял, чуваки. Это мне сначала показалось, типа, не думаю, нифига себе. Вот это милосердно. Биг бандит пришел, твою мать. Овнем, овнем, он где-то там. ХПшечка. Пидорасы. Надеюсь, еще ХП упадет. Етить, они дрищат. Купил говнище за 2000. Да, Хованский, наверное, сейчас самый смешной человек в интернете, я тут подумал. Будем справедливы к нему. Ничего смешнее мир пока не придумал, чем Юр. Пусть он и ретард со своими пирамидами, но... Больше вообще некого смотреть. О боже. Я все болты всрал, как последний урод. Так, это что такое? Только главное, чтобы меня сейчас не засосала опасная трясина. Потому что здесь ХП. Тихо, нет, нет, там еще. Нет, ну почему меня засасывают в эти дыры? Ненавижу дыры. Плазма-ган. Let's test. Непонятно пока, может быть, лучше стоило с автоматом остаться. ХЗ, ХЗ. Оружие, конечно, мощное, но я за автоматом пошел. Сейчас по овню немного. Ну, тут везде постреляю, так сказать. Так, где мой автомат? Наверное, против боссов оно здоровское, но я с болта, с этой, с арбалета популяю. Мне норм. Мне норм. Етить, дресня. Ну ладно, полетели. Че, сколько тут все уровней? 3-1. Корова какая-то. Ворона, точнее. Лол, я ворону с коровой перепутал. Все, пора заканчивать с апдейми. Когда путаешь такие слова, это значит, что пора. Пора заканчивать. Там какой-то придурок со снайперкой был. Сколько уровней всего? Айзек увлекательнее, чувак, во много раз. Эту игру скорее с Crimson Land можно сравнивать, или... с... даже не знаю. С каким-то Alien-шутером, или там... с Hotline Miami. Или с какими-нибудь, знаешь, с Дэнди играми, с похожим геймплеем. Айзек это рогалик, а это говно, это шутан аркадный. Да, я снялся в шаверму патруле. Каюсь. Почему бы и не сняться? Шаверму поел на халяву.
Халяву я люблю. Сижу за халявным микрофоном, за халявным компьютером. Халява, чувак. Халява. Где дырка-то, в которой мне срыгнуть надо? Смайл Кодзимы, не. Да просто проблема не в том, что смайлы плохие, понимаете, в чем дело, блин, смайлы охуенные, но люди посмотрели на меня и все такие же смайлы себе сделали. Потому что они крутые, и все такие, блин, хочу смайлы, как у Мэда. Один отстой какой-то. Не, хз, мне уже надоедать начало. У меня было желание пройти подальше, так сказать, посмотреть, что там будет, но щиты. Эти ссаные вороны уйдут. Ну, охренительно. Я открыл гуся, короче, где-то на полпути сфейлился, но мне уже надоело. Реально какая-то. Одна главная боль от этой игры. Ну и последняя игра. Прикиньте, мы сегодня со всеми играми справились. И нельзя сказать, что я играл в какие-то малые или там типа того. Последняя игра это... Так, Stanley Parable выпало, но я сказал, что будет полноценный стрим. Последняя игра от Большого Серуна. Кстати, у Сковороды в рандомайзере постоянно падают одни и те же люди, я заметил. Выигрывают. Это Shadow Warrior Classic Redux. Ну давайте посмотрим. На старье буквально минут 15. Shadow Warrior мне меньше всего нравился из игр на движке Build. Такое. Ну вот вышло переиздание, такое же, как переиздание Duke Nukem. Которое, на мой взгляд, довольно кривое и не передает ощущений, которые были от оригинальной игры. От досовской, так сказать. Ни геймплейно, ни графически. То есть это переиздание мне не очень понравилось. Сейчас заценим, как переделали под выход переиздания Shadow Warrior. Ну, как под ремейк. Вот как здесь переделали. Это Шано? Да. A ninja knows no fear. A ninja Zero sends his regards your way. А вот здесь мне уже нравится. Вот эта игра, она хреновая, но благодаря тому, что они переделывали ее, переиздавали ее под выход ремейка, они постарались. Это уже сейчас видно. То есть сделано прикольно, все такое заблюренное, сексуальное. Выглядит лучше, чем, блядь, Undying, в который я сегодня играл. При том, что это 2D. Sorry, Kens. Блин, я единственное забыл узишку взять в туалете, она там где-то лежала или типа того. А, вот даже тут есть. Как мне Brutal Doom, мне не очень понравился. Я считаю, что в такие игры лучше играть в ванильную версию. Brutal Doom какой-то шутовской, типа, объединение старья с какими-то новыми фишками, чуть ли не из Call of Duty. Дресня-дреснёй, на мой взгляд. Need a gold key for this door. Чувак, попроще. Будь попроще. Ну, короче, в общих чертах мы играем за какого-то китаёзу. Ниндзю, типа Люпенга. И на мой взгляд,
это и убивало игру. Он как бы такой, знаете, черно-юморной, ходит и отмачивает коры, но, блин, это... Не так весело, короче говоря, как играть за Дюка Нюкема. То есть он как бы пошлый китаец, но, блин, он все равно Лю Пэнг. Так у меня же есть Gold Key, я же его брал вроде, не? Или я кнопку какую-то не ту нажимаю. Да чё вы всё лезете-то оттуда, ретарды? Да намёк какой-то, мне самому туда запрыгнуть, что ли? Be proud, Mr. Wu. Вам нужен Silver Key, а у меня типа бронзовый кей. Тоже Silver Key. И старые игры. Я же какой-то ключ подбирал. Его можно настроить только на визуал. Ну хз, по мне так дресня какая-то. Легче через DOSBox запустить, и будет хотя бы видно то, что это реально старый добрый дом. Я вот играл в Duke Nukem на... Ну, в переиздании, которое в Steam есть. И через DOSBox запускал. И через DOSBox я получил гораздо больше удовольствия. Не шучу. Блин, вот у меня есть какой-то ключ внизу в правом углу. Он очень похож на золотой. Куда я еще вообще здесь могу пойти? Это весь уровень. Почему-то дверь не открывается. Лол, я 4 раза подходил к этой хреновине и нажимал на Е, и ничего не происходило. Так бесит такие вещи. Раньше, понимаешь, в досовской версии вот этот вот журнал, он не был заблюрен, здесь были видны сиськи, я фапал на это в детстве, у меня был сборник игр Билд, и я фапал на эти сиськи, теперь я ничего не вижу, мыло какое-то, я не смогу на это пофапать даже при всем желании. Вот в чем разница, здесь негде разгуляться воображению, чувак, это полный отстой. Типа вообще полнейший. Что он делает постоянно? Что это за звук? Тут, кстати, были всякие прикольные ништяки, я помню. Оружие необычное. Не помню, какое конкретно, но помню, что меня удивляли некоторые вещи, с которыми мне приходилось сталкиваться. Например, это, ну, это, понятно, граната или пучка, скорее всего, я надеюсь. Посмотри на этот стул, он так не выглядел, я тебе серьезно говорю. В досовской версии вся эта пиксельная графика намного живее воспринимается. Откуда я пришел? Сильвер. Так, стоп, я отсюда вылез. Не. Я вообще не понимаю, как выйти из этого блядского уровня. Это просто круг какой-то. А, вот, все, нашел.
Так, ну значит, я сюда зашел, открыв золотым ключом дверь. Значит, мне сюда. Логично. Охуенно она прилепилась. Так, где другое оружие какое-то? Сюрикены. Вот реально, этот японец или китаец, или кто, он постоянно ругается матом. Постоянно ведет себя неприлично, но при этом он не клевый. Он не Дюк Нюкем. Он какой-то пососный. Пососный, мерзкий, пошлый китаец. Но, впрочем, это исправили в ремейке. В ремейке он действительно забавен местами. Но там он молодой. Типа он там ходит, люлей раздает, мочит. Тем более нормальных игр вот про таких чуваков их уже давно не было. Я бы поиграл в новый, наверное, даже. Shadow Warrior. Как-нибудь на стриме. Другое дело, что там все эти новомодные фишки, он вообще нифига не олдовый, как бы, сам по себе, потому что там все эти новомодные фишки с прокачкой, с дреснячкой. Как его выбить отсюда, этот ключ? Блин, так ощущение, что его надо на машину подцепить и вывести. Я думаю, что так и надо сделать, но я не понимаю, как это... Так, а это что такое? Етить, какая срань. А, лол. Должен быть третий пульт управления. От средней машинки. Но где он? Вот это задачки. Не для слабых умов. Нет какого-нибудь другого оружия? Меня прям раздражает то, что мне надо бегать с ракетницей. Так, ладно, давайте подумаем. Где штука от этого трактора? Я достижение какое-то выбил. Етить, колотить, а это что за херня? История Хиросимы в картинках? Вообще не фапабельно. В предыдущей комнате рядом с экраном стоял пульт с антенной. Да. Прикольно. Сейчас поищу, погоди. Твою мать, суши нападает на меня. Сейчас найдем пульт с антенной. Так. Экран с антенной, точнее, в предыдущей комнате. Что происходит? Блять, ну в моем понимании вот это предыдущая комната. Но я здесь вообще в упор не вижу никакого экрана с антенной. Может, здесь? Да, кот приуныл. Да я тоже что-то совсем приуныл. Не могу найти.
пульт в другой комнате. Да я уж понял, блин. Но я не вижу, короче. Вот это единственная комната, которая была перед этой. Еще назад. Но... Типа назад уже никак. Дальше уже улица. Если только опять ползать в этих анальных щелях. А, все, я понял, о каком пульте с антенной вы говорите. Я понял, вот он, да. Етить. Охереть просто. Вообще, видите что-нибудь? Не знаю, надеюсь, этого достаточно. Я когда в первый раз увидел это, я подумал, что это прикол какой-то просто. Типа, знаете, как камеры в Duke Nukem, в которые можно было на врагов палить. Ну и срака. Как теперь назад-то выйти отсюда? Ёпта. Бля, какие говёные игры раньше делали. Просто невозможно играть. Вот серьезно, просто страдаю, что от... Блин, этого андайинга, что от этой помойки. О, господи. Хер просышь вообще. Что делать, куда идти? Все, блять, одинаковое. Да даже не одинаковое, все представляет из себя ссаную кашу из пикселей. Управление неудобное. Некоторые вещи должны реально оставаться в своем месте, в своем времени. Блять, вот в эту, что ли? Не, я рад, что кому-то, типа, знакома эта игра, и он прекрасно понимает, что и где, но это настоящий ад. Для человека, который просто отдохнуть хочет немного. Это настоящий сраный ад. В 2016-м такое воспринимать очень тяжело. На РГГ я бы еще в это поиграл, конечно. А, пизду. Надоело. Shadow Warrior и раньше был отстоем, и сейчас он отстался. Классический, одна из худших игр вообще тех времен. Даже какой-нибудь, я не знаю, нам про Вьетнам был лучше. В общем, если оценивать, какая сегодня игра была, наверное, самая интересная, то выигрывает Кузуноки. Кузуноки, в личку мне скинь свой Steam-профиль, я тебя добавлю, и напиши, какую игру ты хочешь в пределах 4000 рублей. Всем остальным, короче, особенно тем, кто заказал Undying, мэп-продюсер и человек, который заказал Shadow Warrior, Large Serun. Ребят, вы, наоборот, проиграли сегодня, поэтому вы мне покупаете игру, которую я выберу. Да. Видите, как я придумал? Люди, которые будут заказывать всякие калы старье, будут, типа, платить мне дань. По-моему, идеально. По-моему, идеально. Но на самом деле, благодаря не самым душным играм в виде джаз-панка, и Fear был забавным, и первая игра Poop in My Soup была довольно веселая. Получился нормальный сабдей. Были сабдеи намного хуже, с намного более унылыми играми. Вот, так что сегодня, в общем-то, нормально посидели. Сабдеи уходят на каникулы аж на 2 минимум недели, может быть, даже больше, но тем не менее вы можете голосовать. На следующей неделе, как я уже сказал, стримов практически не будет. Если будут подрубочки, то не слишком частые. Вот, и какие-нибудь такие полуночные, потому что у меня реально дел накопилось, надо разрулить и уже потом стримить снова в удовольствие. Ближе к апрелю, наверное. Ну вот. Но я думаю, что никто в обиде быть не должен, потому что за последний месяц я отстримил там 24 стрима за 30 дней, там, или типа того. Ну, меньше, конечно, это я приукрасил, но кто не хочет проверять, он поверит и такой скажет: нихера себе. А я такой буду сидеть. Вот, спасибо всем, кто сегодня пришел, на самом деле, спасибо всем, кто голосовал за игры, это важно, потому что благодаря этому даже без машины получается то, что выпадают нормальные,
Ну и... Наверное, на этом мы будем потихоньку заканчивать. Кузуноки, я видел твой список игр. Чувак, я не понимаю, зачем ты написал его в TXT-файле. Там 4 игры, ты мог просто название написать, я бы сам разобрался, что это за игры. Ничего интересного, к сожалению, среди них я не нашел. Ничего о том, чтобы я не знал, и то, чтобы меня бы реально порадовало. Вот смотри, короче. Даже просто я захожу в Steam, выбираю игру. Хотя, блин, стойте. Что такое Founder Server? Это какое-то аниме для девочек очередное? В виде кинца? А, нет. Обидно. Сейчас, секунду. Фараон Реберт. Господи, какие игры. Hostel Cat. Сейчас, секунду. Смотри, короче, я нажимаю аниме. Визуальная новелла. Блин, где это делается? Это не тут, видимо. Сейчас, секунду. Я попробую с поиском игр разобраться. Steam, на самом деле, нифига неудобная фигня. А, вот нашел. Так, короче, нагота. Выбираем наготу. Выбираем для взрослых. Ставим эти метки. И смотрим на игры. Вот, чувак, тут есть Тайм Тинши. Мы на пляже с тёлками с огромными сиськами. Ну-ка, сколько стоит? Етитную игрень, блядь. Я прям сейчас ее куплю и поставлю. 249 рублей. Сабдей продолжается. Еще одна дополнительная игра. Почему мне никто не советует таких игр, не заказывает? Он насоветовал каких-то JRPG на 300 часов, которых я в жизни запускать не буду. Сиськи огромные. Визуальная новелла с гигантскими сиськами. Просто с гигантскими сисяндрами. Я одну себе куплю, и одну сейчас Гитману куплю прям в подарок. Прямо во время стрима сейчас ему придет в Steam. Как она называлась? Тайм Тинши. Блин, я купил и сам не понял, как она называлась. Да, Тайм Тинши. Сейчас он порадуется там. А то я ему в прошлый раз каких-то геев подарил. Тут есть визуальная новелла про китайских геев. Пусть хоть на сиськи полюбуются. Главное, чтобы у него уже такой игры не было. О. На самом деле, я ему, типа, иногда покупал прикольные троллинговые игры, потому что они ему прям во время стрима приходят. Но один раз я ему подарил симулятор бабки на кладбище, и он приуныл. Наверное, такие подарки никому не стоит дарить. Ладно, чуваки. А, хотя я же ее заценить хотел. Давайте заценим. Я не знаю, можно ли это вообще стримить на Твиче, но так как стрим кончается, то бан канала нас уже не сильно волнует в этот момент. Типа, уйдем обратно на Good Game, если честно. Да ладно, я шучу. Просто надеюсь, что можно, я думаю. Все-таки игра клевая, скорее всего. Включи реакцию, да, блин. Мне тяжело это сделать. У меня очень тормозит интернет, когда я стримлю.
Если только через телефон, да и, скорее всего, игра уже пришла. Если он вообще в Стиме. Да. Он просто сидит и смотрит на сиськи. Давайте трейлер смотреть. Без трейлера непонятно. Теперь решил трейлер смотреть. Если он там есть вообще. Тайм Тиньши, чувак. Тайм Тиньши она называлась. Не забыл. Я тоже забыл, неудивительно. Тайм Тиньши. Да. Да где она? А, вот она. У меня также было вот один в один, я ее найти не мог. О, дату рождения спрашивают. Так, это хорошо. Не ошибись, надо старше 18 ставить. Войти. Шо так? Да, есть. Есть трейлер, ни хрена. Такие тут сиськи, бидоны просто. Чуть маленькие какие. Да маленькие, да ты охуел, что ли? Какие маленькие? Это, блядь, шары для боулинга. Ты с кем, блядь, живешь? С Лолой Лола Бриджидой или как ее там звали? Господи. Да, трейлер, надо сказать, немного говорит об игре, прямо, прямо скажем. Ну, судя по всему, бильярд ему порядком надоел, потому что он уже... Сиськи очень маленькие. Он уже минут пять смотрит на маленькие сиськи. Эх. Ну да, сюжет не понять. Ладно, короче, пойдем. Сами заоценим теперь саму игру-то. Надо же посмотреть, что она из себя представляет, правильно? Если меня забанят, я буду мошнить, чтобы Гитмана тоже забанили. Он трейлер смотрел. Надо бубер Маргинала будет позвать под нее. Маленькие, говорит. Маленькие. В день, когда мне стукнуло 18, был пожар. Кто-то там хотел уровни с пожаром сегодня. Ну, короче, дым вздымался так, что было видно на миле вокруг. Все могли заценить, какой урон был нанесен. И эпицентром пожара был мой дом. Все началось из-за того, что загорелся задний двор, потому что рядом был лес. Ну и, в общем-то, все сгорело вместе с мамкой и папкой в том числе. И, в общем-то, я рос сиротой, по идее. Моя мамка была ветеринаром, ее семья вроде как приютила меня, типа того. Вот. А батя был грузином. Из Афин. Не, я не знаю, насрать, короче. Сиськи показывайте, мне насрать, что он сгорел там. Ты сиськи покажи мне. Так.
Мне не нужен Юрген Клопп. Мне нужны сиськи. В общем, мы в ожоговом центре, очевидно. И очень отличная завязка для вообще фап-игры. То есть мы в ожоговом центре, родители умерли, вместо них наш дед, который нас будет лечить. Прекрасно, прекрасно. Японцы умеют подвести, так сказать, к сиськам-то. Не-не-не-не-не-не-не-не, бла-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 бла. Бла-бла, сиськи, сиськи, покажите сиськи, бла-бла-бла-бла. Следующим утром. Ну, с утра же самое интересное всегда. Кенджи? Кенджи. Твой дедушка хочет, чтобы ты просыпался. Я не виню тебя за то, что ты хочешь спать, но пора вставать. Бум. Ау. О боже, прости меня, я не хотел сделать тебе больно. Я смотрел на тёлочку, она немножко отошла назад, она была маленькой дварфихой. После нескольких секунд тишины мои щеки загорелись. Господи, каждой сраной игре, неважно, кого ты клеишь, проститута или кого угодно, у тебя постоянно горят щеки. Ух-ух-ух. В любой японской новелле с сиськами горят щеки у всех. Ой. Прости, мы же даже не знакомы, да? Хе-хе. Меня зовут Кио. Я одна из ассистенток твоего деда. Да, ну ты такая... Такая короткая, не смотри на то, что я такая маленькая. Для ассистента доктора это не важно. Да нет, я... Хотел сказать, что ты, типа, такая молодая для того, чтобы помогать моему деду. Ой, спасибо. Это все из-за роста. Мне всем кажется, что мне 12 лет. На самом деле я уже взрослая. О, прости, прости. Да не переживай, люди постоянно, типа, горят все это. И остальные девочки тоже. В общем-то, после того, как я спросил про остальных девочек, она взяла меня за руку и повела в коридор. И когда я увидел то, что было в коридоре, я просто потерял речь. Потому что там... Там был дед. Который говорил, это моя лаборатория, мое лучшее изобретение. Комната была большая. Ну и все такое. Ну дайте деда промотаем, нахер он нужен, конечно. Во! Ничего себе, какая жируха. Появилась новая Тиана, в общем-то. Меня, говорит, зовут Мишель, чувак. Я командир и главный менеджер здесь. В общем, она такая доминатрикс герл. Даже над дедом его дерзит. Но мы деда защищать не будем. Деды, конечно, воевали, но, как говорится, она тоже командир. И как только мои уши начали звенеть от шума, из платформы появилась еще одна тянка. Дед, походу, научился делать японок с большими сиськами. Вот это я понимаю, ученый. Вот это я понимаю, ученый. Ну ладно, тихо. Поиграли и хватит, а то реально Twitch забанят. Ну что ж, вот эта игра, она бы идеально зашла на сабды, я считаю. Вот такие игры, они как бы созданы для того, чтобы любоваться ими. Спасибо, друзья, за то, что были сегодня. Спасибо всем, кто задонатил. По-моему, донаты... А, может быть, приходили еще. Я, может, забыл посмотреть, надо глянуть обязательно. Донаты — это мой хлеб. Привет, там настра... А, да, это последний про шрифт. Что ж, друзья, неплохой был сабды. Мне понравился. Увидимся... Постараюсь все-таки как-то не пропадать полностью. Буду очень рад, если вы...
поддержите мой отстойный ролик про компьютер лайком, просто потому что, ну, типа, ну, халява, ребят. Все, давайте, отдыхайте. Кто не посмотрел там Versus и Шаверма Патруль, можете идти туда. Мы сегодня прощаемся, выключаю я. И еще раз спасибо, что пришли. Всех очень сильно люблю. Если кого обидел, чью любимую игру обкакал, то простите, такова специфика. Шоу, так сказать. Все, пойдем смотреть РГГ. Пока.